Приветствуем вас, друзья, всех из Одессы. Сегодня муж за рулем. А причина такая. Я уезжаю отдыхать в Дубай. Одна, без Саши. Саша остается на хозяйстве. Поэтому... Оба смеются, оба рады. Да, поэтому он меня сейчас отвезет в аэропорт. И я улетаю на отдых в Дубай. Будешь скучать? Конечно. Конечно. 7 дней это будет, да, для меня. На недельку до второго я уеду в Комарово. Так что вот так, ребята. Все, мы уже подъезжаем к аэропорту. И сейчас будем выходить на регистрацию. Ну все, я в аэропорт. Сегодня у нас моросит мелкий-мелкий дождик. Ну, я надеюсь, это на взлет не повлияет, потому что совсем-совсем он меленький. Вот мой чемоданчик. А вот она стоит, мой чемоданчик. Помните песню? Вот. Так что пожелайте мне хорошего полета. Я захожу. Все, поднимаемся на 3-й этаж, идем на контроль, на безопасность. И обязательно надеваем масочку. Такие деревья здесь оригинальные. Все, я маску одевать. Ну что, все контроли пройдены, и я свободно прохожу в зону дьюти-фри. Кафешечка. Сейчас кофеечек попьем. И сейчас я вам расскажу нюансы, какие были при прохождении всего. Сейчас найду местечко и расскажу. Здесь парфюм, косметика. Вот цены, если кого-то интересует. И здесь мужское, цены в евро, но можно расплачиваться и долларами, и гривнами. Такие духи, Минаричи, вот она цена. А здесь спиртное, там сигареты в том конце. Сейчас посмотрим спиртное. Jameson Black, цена. Ай, 20% скидочка, 33 евро. А вот еще. Цены можете смотреть. Что-то сегодня все по скидочках. 33%. А вот еще есть 20%. 16 евро. И вот такой вот напиточек. Ну и вот подарочные, бренди и все прочее. Ну и водка, конечно же, Финляндия, 17 евро. Конечно же, тоже со скидочкой. $4 казацкая рада. Украинская водка. Это 8 евро литровая, а полулитровая 4 евро. И 11 евро вот такая вот Рада Классик.
Ну и сладость, здесь мартини и все прочее. Ну что, рассказываю. Значит, при входе в аэропорт сразу мерили температуру. Потом на стойке регистрации попросили паспорт и тест на ковид. Я, конечно, предъявила. И все отлично, все прошли быстренько. И контроль на безопасность, и на все остальное. В общем, все благополучненько, оперативненько, быстренько прошли. Людей немного, я не знаю, как будет в самолете, но людей немного. Вот, и сейчас сидим, многие сидят, тоже отдыхают. Здесь кафешечка. Вот. Так что отдыхаем и ждем свой выход на самолет. Так что я готова на взлет.